Добро пожаловать на наше вдохновение на Картику. Есть кое-что, чем я хочу поделиться с вами. За 2 дня до начала месяца Картика я поехал на Варшану, чтобы получить даршан, и встретил одного друга садху. Я знаю его уже 20 лет. Который сидел в очень крошечной комнате с гармонией и пел имена Радхи. Когда он увидел меня, он подпрыгнул и обнял меня. И я сказал: «Могу я с тобой посидеть чуть-чуть?» И он снова начал петь имена Радхи. Я спросил его: мы обычно повторяем, поем имена Хари и Кришны, Хари имея в виду Радху, и затем Кришну, а ты поешь имена только Радхи. Почему? Затем он рассказал, и процитируя прекрасный стих из Шиши Рада Раса Суда Нидхи. Эту книгу написал Прабодхананда Сарасвати Такур. Все стихи записаны на мраморе, который украшает один священный лес в Севакунджи во Вриндаване. И он выбрал один из стихов, 155 под номером. Очень замечательный. О Шри Мати Радхарани, Мадхупати Кришна отменяет безграничное количество оскорблений, которые совершено по направлению к святым, тому, кто хотя бы раз насладился ароматом твоего святого имени. Он дарует такое благословение иметь личное служение такой душе, которая только начинает. Мы можем только начинать понимать глубину сердца человека, который хочет достичь твоего служения. Очень интересно. Никаких оскорблений не принимает, не считается, когда человек воспевает имена Радхи. Мы слышали то же самое об именах Гор Нитай. Когда мы воспеваем эти имена, оскорбления также прощаются. И Агуранга, как вы знаете, это Кришна в настроении Радхи. Шримати Радхарани такая принимающая, такая добрая, всепрощающая, она так поступает. И я помню эту беседу, вернулся к этой, к тому месту, где я живу, и один мой друг, мой духовный брат дал мне в подарок имя Радхи, которое прекрасно вырезано на деревянной дощечке. И я теперь поставил ее в мою комнату вместе с павлиним пером, который представляет Кришну. Это, об этом можно подумать. Имя Радхи, как вы знаете, содержится в Хари Кришна Махамантре 8 раз. Когда мы воспеваем, мы можем знать, что Кришна даже не считает сотни оскорблений.
даже по отношению к великим преданным, если человек, если он видит, что человек воспевает это прославленное имя того, той личности, кого он сделал царицей Вриндава, леса Вриндавана. Желаю всего самого хорошего в вашем личном воспевании. Иногда помните значение «О Радха, о Кришна, пожалуйста, примите меня». И затем вы увидите, что ваше воспевание станет намного-намного больше наделено эмоциональными чувствами.